Да, ребята! Всем привет, друзья, с вами снова Мэфик. Я нахожусь на рифе 83К, что значит 83 километр шоссе. И, как вы видите, за моей спиной волны просто огромные. Риф 200 закрыт, он тут недалеко, буквально там в километрах в 10. Вот, но и тем не менее, рыбаков здесь сейчас много, рыба есть, потому что погода хорошая. Конец октября и сезон, друзья, сезон рифовой рыбалки. Погнали! Огромная благодарность спонсорам канала. Нажимай кнопку спонсировать, поддержи канал, получи плюшек, увековечь себя в титрах к видео. Ну вот, друзья, еду по побережью, волны огромные на самом деле. 200-й риф закрыт, поэтому сейчас пойду в другое место. Вот вроде рыбачки там стояли, но будем аккуратны. В целом погода так себе, конечно. Солнышка нету, идет небольшой дождик. Это нас с вами не пугает. Хотя нет, вот солнышко проявилось, но при этом еще дождь. Ну ладно. Друзья, я уже спустился. Да, ребята! Ну что, побежали. Пока риф 200 закрыт, потому что волны очень большие, и это прям совсем небезопасно. Все рыболовы разбредаются по более безопасным местам, например, риф 83К. Хоть я сегодня и на рифе 83К, но один день я все-таки посвятил на рыбалке на рифе 200. Мне даже удалось поймать рыбу, так что давайте посмотрим, как это было.
Ну вот, друзья, сработало. Сработало швейцю, сработал серф-троллинг, махи-махи на крючке, отличная рыбка. Вот, к сожалению, не записалось видео, ну и черт с ним, ничего страшного, ни первое, ни последнее. Вот, ловим дальше. Да! Но вот так вот бывает, видите, камера сбойнула, в общем, и не было ничего, просто не было, файла не было, не записалось. Вот, на самом деле, коплю на новую камеру, так что... Поддержите, друзья, спонсорством, это очень важно для меня. Быстрее куплю камеру, меньше будет таких глюков. Ну вот. Зовы, зовы! У-ху! Дзяю, дзяю! Да, друзья! У-ху-ху! О-о-о! Great hole! Вот он, друзья! Да! Ветрище дует, друзья, кошмарный. Я тут решил перекусить треугольничком. Тунечку взял. Там что-то пока поклевки прекратились. Да, ребята! Это очень большая, друзья.
уже где-то близко, метров 50. Да, друзья, это большая рыба. Фу. Минут 5 уже, наверное, вылаживаю ее. Хорошая рыба. Очень хорошая. Это корифена, друзья. Это корифена хорошая. Смотрите, как работает палочка. Фу. Да, друзья, вот это да! Вот это да! Си-си-нинь! Ну вот она, друзья, так сказать, рыба моей мечты. Не могу ничего сказать, сейчас устал жутко. Вываживал ее, я думал, у меня леска кончится, потому что она как начала разматывать. Три рывка у нее было изначально, она рванула там. Сколько у меня намотано, я не помню, метров 250 у меня точно намотано, потому что шнур тонкий, но шпуля низкопрофильная. Ну, в целом, рыбалка удалась, да! Так, друзья, надо сейчас обязательно проверить леску на предмет обтертостей, потертостей, потому что я ее вываживал на риф. Соответственно, ну, вроде нормально все. Вот. А это, соответственно, вот та приманка, которую я вам показывал. Это вот эта мушка троллинговая, так называемая. Все это самодельное. Вот. Скоро у меня будет видео на канале, так что подписывайтесь. Будет интересно, обязательно расскажу про эту снасть и вообще про эту оснастку.
it's on me. Поставим полосатого. У меня как-то хорошо срабатывал тоже этот цвет. На самом деле вот основной три цвета: это фиолетовый, розовый и вот этот вот розовый полосатый. Воу!
Вот такая еще, друзья, приманочка. Вот, называется это троллинговая блесна. Они есть разных размеров, соответственно. Вот. Это, по-моему, Юзури. Ну и на Алиэкспресс тоже продается. Я и ловил тогда. Анкан. Анкана. А, есть! Есть! Ух, неожиданная поклевка какая! Вот эта поклевочка хорошая. Энна! 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 Спасибо! Вот он! Сумасшедший тунец. Да, ну вот как вы видите, приманка. Хорошо села. Все. Ну вот, друзья, это малый дальневосточный тунец. Вот, они не ворсет больших размеров, на самом деле. И по-китайски он называется Энна. Ну, типа, Энна. Вот такой вот тунечек. То есть это, на самом деле, взрослый осень. Да, друзья, и что теперь надо ему сделать? Хоть это и не толерантно, но это нужно, необходимо просто сделать. Нужно вырвать жабры. Вырвать жабры и спустить кровь. Зато мясо будет вкусное. Можно его на сашинку пустить. Ну и, соответственно, вот эта приманочка. Называется она троллинговая блесна. Вот. То есть она тут свободно ходит.
вот таким вот образом. И, соответственно, вот так вот ее крутит, когда она идет, она начинает очень хорошо играть. Так что тунец очень, очень любит ее, даже большой. Вот, у меня тут, сейчас я покажу, у меня тут его много, этих блесен, но, то есть у меня тут много этих блесен, да, но мелкие работают лучше. Это вот я брал тоже там на другого тунца, но большого. Так вот. Ну вот и все, друзья, рыбалочка закончена. Вот такая вот рифовая рыбалка, очень-очень интересная. Рыбы ну, не так много, как хотелось бы, конечно, да, но тем не менее рыба есть. Всем спасибо за просмотр, до встречи в новых выпусках, всем пока!